Сейчас прозвучат стихи Александра Вертинского в исполнении Людмилы Горячевой. Бананово, лимон, цыганку, когда поем, поем. И гоним мы с певицей на и дальше караван. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень приятно, что сегодня этот наш малый зал полон. Это говорит о том, что поколение, старшее поколение людей у нас по-прежнему с молодой горящей душой. Не нужно письмо. Приезжайте. Не бойтесь, мы будем друзьями. Нам обоим пора от любви отдохнуть, потому что, увы, никакими словами, никакими слезами ее не вернуть. Будем плавать, смеяться, ловить мандаринов, и в белой узенькой лодке уйдем за маяк. На закате, когда будет вечер малинов, будем книги читать о далеких краях. Мы в горячих камнях черепаху поймаем, я вам маленьких крабов в руках принесу. А любовь похороним, любовь закопаем в прошлогодние листья в зеленом лесу. И когда тонкий месяц начнет серебриться, и лиловое море уйдет за косу, вам покажется белой серебряной птицей адмиральская яхта на желтом мысу. Будем слушать, как плачут фаготы и трубы в танцевальном оркестре в большом казино. И за ваши печальные детские губы будем пить по ночам золотое вино. А любовь мы не будем тревожить словами, это мертвое пламя уже не раздуть, потому что, увы, никакими мечтами, никакими стихами любви не вернуть.